Всем привет, я проснулась, погрела себе чашечку кофе и с мармеладками. Вот сейчас включу YouTube. Сейчас включу YouTube, посмотрю, что делается в мире. Сходила я, посадила в своем палисадничке внизу под первым этажом некоторые многолетники. Сейчас вот пришла обедать. Кушаю суп, щи у меня, и сделала себе салат из огурцов, этой какой морковки, укропчику порезала помельче и смазала все растительным маслом. Все, кто обедает или ужинает, всем приятного аппетита. Сегодня на ужин я хочу приготовить овощное рагу с грибами. Для этого мне потребуется, значит, полкило где-то капусты, полкило картофеля, одна средняя морковь, грамм 150, грамм 150 лука, один кабачок, можно взять баклажан, грамм 150 помидор. И немножко добавлю я замороженных грибов. Капусту я сейчас нашинкую, картофель, кабачок и помидоры нарежу кубиками где-то со стороной 2 сантиметра. Буду готовить в мультиварке. Капусту я нашинковала и выложила в чашу ее. Сейчас у меня очередь картофеля. Картофель буду резать кубиками. Ну, примерно вот так. Нарежу весь картофель. Картофель я нарезала и складываю его также в чашу мультиварки. Кабачок тоже нарезаю кубиками. Примерно так. Беру кабачок, режу его на три части. И здесь тоже вот так на три части. Получаются такие кубики. Так весь кабачок. Также можно взять баклажан. Тоже нарезать кубиками. Можно даже два баклажана взять. То есть где-то примерно грамм 400. Мельче нарезаем еще. Она у меня замороженная. Можно взять свежую. Кубиками помидорку. То есть помидор. Так нарезаем весь помидор. Помню, у меня было 150 грамм. Нарезали помидор тоже кубиками стороной где-то 2 сантиметра. И тоже его выкладываем в чашу мультиварки. Сейчас я буду резать лук. Лук надо нарезать помельче. Чем мельче, тем лучше. Помидоры я когда резала, можно шкурку снимать. В этот раз я не снимала. Прям уж совсем мельчить не надо, но помельче, чем кабачок, чем помидор. Также нарезаем морковку.
И немножко положу нарезанных грибов. Вот. Прямо вот, ну, грамм 100. Вот так вот. Вот. Можно еще чуть-чуть добавить. Грамм 150. Вот так вот. Все овощи я добавила. Сейчас нужно будет посолить, добавить специи ваши любимые. Добавить 200 миллилитров воды. Я буду добавлять кипяченый. Вот соль, специи, я сказала. И немножко растительного масла я добавлю. Можно по желанию еще добавить зубчик чеснока, мелко порезанного. И добавляю 200 миллилитров кипяченой воды. Сейчас все я перемешаю. Помешала, ставлю на тушение. Окей. На час и 10 минут. Старт. Все. Тушение 10 минут. Будем ждать. Можно во время приготовления 1-2 раза помешать. Попробовать на соль. Вот такое рагу у меня получилось. Вот. Все, кто обедает, ужинает, всем приятного аппетита. Вот и заканчивается сегодня день. Сейчас сходили муж с мужем, прогулялись. Вот, купила все для Пасхи. Творог, сахарную эту пудру, сметану, все такое, короче. Вот. Днем сегодня помыла окно в этом на кухне. Днем помыла окно на кухне. Завтра, если Бог даст, помою в спальне. Всем пока-пока. До завтра. С вами была Оля.